13 лет. Ну и ну. Как время летит. Я сейчас приду, обещаю. Я жду. Скоро потеплеет, и можно будет спать во дворе. Люблю засыпать под звездами и гадать, что нас там ждет. Мама говорит, дедушка часто на нем играл, когда она была маленькой. Но на моей памяти его никто не трогал. Энди говорит, нельзя пользоваться чужой зубной щеткой. Подхватишь паразитов? И они постепенно захватят контроль над твоим телом. Это будет крутой фильм. Вы посмотрите, кто наконец изволил прийти. Ну а где торт? А я говорила. Нет. Ты же... О, я так объелась. Мам. Ну ладно, давай за стол, Капуша. Не бойся, я не буду петь. А я это люблю. Наверное, ты единственный. Давай, загадывай, ты теперь тинейджер. Ты их всех завоевал, да еще и меня оплевал. Что ты загадал? Ничего я не загадал. У меня и так уже все есть. Давай, проси уже, чего ты там хотел. $10. Хотим посмотреть с Дэном и Энди «Рыцаря космоса». В кино? Сегодня? Ну да, это же улет. Фильм про зомби, захвативших Землю. И про ребят, дающих им прикурить. Не надо тебе такое смотреть, Питер. Я тогда отпустила тебя на тот ужастик, и потом ты спал в моей постели 3 ночи. Это было давно, и фильм вовсе не страшный. 13+. А мне 13. Именно так, 13+. Может, в нем есть кровь и нагота? Полу-нагота. Скажем, попы и там. Ты меня не убедил. Ну, я просто... Я думала, это будет наш с тобой вечер. Ну, доиграем партию. Ты соскакиваешь, потому что я веду. Мы все это еще сделаем. Почти все. Но завтра. Ты сама вечно гонишь меня гулять. Пойти в кино не значит пойти на прогулку, и ты сам это знаешь. Пожалуйста. Ну, не знаю. Фургон еще в ремонте. Не хочу, чтобы ты шел один в темноте. И потом, столько кругом психов, это опасно. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Как не нарвался на этот фингал? Сказал же, знаю. Я... Ты там за кого-то заступился, и молодец. Но нельзя решать все проблемы кулаками, Питер. Я не мог стоять в стороне. Нет,
Конечно, нет. Ладно, неси мою сумку. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай, это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухню. Откроем вместе. Не вздумай переключать. Поставь на место, я ее обожаю. На ней даже есть отпечаток твоей маленькой ладошки. Торт прямо как из магазина. Ты точно сама его пекла? Не подлизывайся, Питер. Как вы доберетесь до кино? Старший брат Энди нас подвезет. И обратно пусть тоже отвезет. Надо не забыть отдать их Энди. Тем более, что он согласился не лепить на куртку нашивку Star-Lord. Будь она у нас обоих, выглядели бы как придурки. Может, приберешься у себя, пока не ушел? Ну перестань. Когда-нибудь я туда войду и все отнесу на помойку. Черт! Мама же 2 дня назад велела убрать стирку. Завтра утром сделаю. Слово скаута. До сих пор руку жжет от маминой подачи. Может, она купила мне новую перчатку в подарок? Кубрик, дружище. Можешь не ждать бабушки с дедушкой. Они уже не вернутся. Прости. Черт, я пропущу рыцаря дорог. Придется ждать, пока снова покажут. Еще немного, и мама выиграет. Помню, никак не мог вытянуть эту рыбину. Если бы не дедушка, так бы и упустил. Я не разбираюсь в искусстве, но знаю, что это потрясная картина. У бабушки был талант. Небо чистое. Мама, наверное, весь вечер будет смотреть на небо, пока я буду в кино. Конечно, было бы круто, если бы другие миры существовали. Но каков шанс? Думаю, невелик. Дэн говорит, что за НЛО принимают звезды или метеозонды. Но это ведь постоянно происходит. Наверняка парочка настоящая. Надеюсь, мама научит меня стрелять.
Дедушка собирался, но не успел. Мередит Квилл. За идеальную игру. Неплохо. Это, конечно, бред, но мама уверена, что отец был пришельцем. Она прям верит в это. А вдруг это правда? Операцию в одиночку. Без обид, но мое благополучное возвращение не твоя забота. Моя шкура, мой план. Решай, Питер. Хвостовство! Дамочка, это я в ящике. Наш лидер Питер Квилл. Тяжесть твоей смерти ляжет на его плечи. Но все. Внимательно выслушав, я считаю, что Гамора должна действовать одна. Ты позволишь ей пойти одной и выкрасть меня? Одной? Ну да, да. Я уже сто раз такое проворачивала. И каждый Они раз намеревалась кого-то убить. Похоже, скоро. Почти. Имя. Стражи Галактики. Не слыхала таких. Но идут. Честные торговцы чудовищами. В данный момент. Что в ящике? Омерзительный зверь с полусвета. Самая злобная тварь в квадранте. Убоги. Помоги. Ракета. Он мелкий. Это живоглот, свирепый, как ваша хозяйка. Подумайте еще раз. Ладно, проходите, пока я не передумал. Но если леди не понравится, я запихну ваши останки в этот ящик. Живоглот? Точное название. У зверя ужасный нрав. Неплохо. Сложно будет выбраться, если что-то пойдет не так. Все будет хорошо. У нас есть монстр и прекрасный план. Будем осторожнее, Питер Квилл. Если леди Хеллбендер раскроет наш обман, ее месть будет быстрой. Что, меня должно испугать одно ее громкое имя? Она лишь управляет зоопарком. Это не зоопарк. У королевы чудовищ есть армия чудовищ. Может, они смотрители зоопарка? С пушкой. Не видел прирученного Уоркаса? Видел, что он делает с врагом. Да ладно. Ну, в худшем случае мы смоемся на Милана. Твой гениальный план сбежать? План Б, который нам не понадобится. Не угонится она за нами со своей сворой чудовищ. О, да ладно. Почему мы просто не сели здесь и не избежали неприятной прогулки? Нам нужно было усовершенствовать план. Теперь он безупречен. Леди Хеллбендер тоже. Когда монстр пропадет, она подумает на нас. Да, подумает. Ну и все. Это же не повод преследовать нас по всей галактике. Ого! Вы только гляньте. Я выбрала не ту профессию. Весьма достойна такой воительницы, как леди Хеллбендер. Однажды у нас будет и хуже. Не у тебя. Ну-ка подойди к клетке и повтори. Сосредоточьтесь. Нужно подойти к делу серьезно. Это значит, нужно продать образ. Вот именно. Череп Деларона поистине бесценный трофей. Узрите. Вот зачем хранилище. Хранилище? Хвостов скрытность! Устроим старое доброе ограбление! Нет! За мной и слушайте. Вам не следует подходить к трону леди Хеллбендер. Если она подойдет к вам, оставайтесь на месте. Без резких движений. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотела... Я знаю, чего ты хотела. Не отказывай мне.
Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Таратар. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, я сказала, госпожа. Выпускай. Расплюнуть. Следующий. И переведите 10 тысяч юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Да. Дракс Разрушитель. Погибель безумного Титана воплоти. И в какой... Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить? Сомневаюсь. Посмотрим, Разрушитель. Я могу быть напористо. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Так подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Леди Хеллбендер, размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, Разрушитель, что привело тебя на Сигнарф-9? Питер Квилл, покажи существо. Ну, наконец-то, умять. Что это? У этого есть имя. Оно говорит? Прелестно. Квилл, уйми ее. Когда оно полностью вырастет? Вырастет? Это ведь детеныш, да? Лучше его не гладить, а то он палец отхватит. Зубы жуть. Такая прыть достойна восхищения. Как он зовется? Живоглот. Вид у него не ахти. Если бы я не знала, решила бы, что это обычный зверек. Да, но это уникальный экземпляр. Загляните в эти злобные глазки енота.
Никакой я не енот! Вы увидите в них настоящего монстра. Злого, страшного и огромного монстра. Сколько вы хотите за живоглота? 20 000 юнитов. Двадцать тысяч. Никак не меньше. Вообще-то нам уже предлагали за него 20 000. Коллекционер. Натюрморт, верно? Звездный лорд. Тихо. Я знаю, кого ищет коллекционер. Если б Тиван назначил цену за живоглота, я бы узнала. Раз таких вестей не было, значит, вы врете. Ну, блефуй. Тишина! Это создание никчемно. Чего? Сама такая. А если 15 000? Ваш живоглот не пойдет даже на корм моему Флеркину. У тебя есть Флеркин, и я никчемный, но я тебе покажу. Ты что творишь? Лан Бэквилл! Эй, потом обсудите! Надо идти. Где мои дроны? Я хочу, чтобы стражи сгорели. Это что? Она жульничает. Дохни, летучая смерть! Не дохнет, Квилл. Придумай что-нибудь. Давай сейчас. Прочь. Эй, или нам конец? Избавимся от него. Горячая штучка, да? Остудим ее. Нам нужно как-то пройти. Квилл, не трать время. Так, не ищем выход. Избавимся! О, бегите! Питер, прыгай! Ну, вперед! Попробуем выбраться отсюда. Еще не все. То есть? Я пришел за юнитами и без них не уйду. Да, мы обчистим хранилище, которое видели. Да ты шутишь. Даже Питер не такой самоубийца. Ты хочешь сбежать или хочешь заработать? На споры нет времени. Громилы могут появиться в любой момент. Квилл прав. Заткнитесь и все за мной. Я вот что скажу. Давайте найдем большой лифт и сбежим. Вот почему мы бедны. Вы, салаги, не умеете брать свое. Говорю вам, мы еще сможем провернуть это дельце. Хорошо бы нас самих не провернули на вертеле. Скорее, леди Хеллбендер скормит нас одного из своих чудовищ. Спасибо, Дракс. Отличная перспектива.
прекрасно! Сколько там тех сил? Можешь шутить, но без меня вы бы не прошли через эту дверь. Без тебя бы мы не оказались у этой двери. Конечно, могло быть и лучше, а могло быть и хуже. Ты помнишь Арага? Мы сумели выбраться и оттуда, так ведь? И по дороге еще уничтожили то биооружие. Видите? Вон хранилище. Грабим его и уходим тем же путем, что пришли. 5000 юнитов тому Хеллрейзеру, кто убьет этих так называемых Стражей Галактики. Так, народ, давайте справляться с катастрофами по одной. Это наш шанс отсюда свалить. Слуги леди Хеллбендер будут против. Будет больно, но, надеюсь, в хранилище бежит вся их зарплата. Ага же, там денег как в банке на Зенобии. Да, слабаки, а где же ее Зенобия? Согласен, им не достает величия. Этот Хеллрейзер больше никому не навредит. Нас королевство подает. Вот и все время им делим! Найдите их и убейте! Принесите мне головы! Мой выход, Камон! Отрежу кусочек! Надеюсь, сохранить! Нет, как кроме Селеди Хеллбендер легендар! Группируй их! Селеди Хеллбендер должна не идет поехать. Против меня! Слабаки! А где ты ее чиновник? А я все ждала, а когда ты выркать начнешь?
Когда мы опустошим хранилище, риск окупится. Неизвестно, сможем ли мы добраться до его содержимого. Мять! Чуть не задел. За ними! Надо идти. Мы идем. Но нужно идти быстрее. Деритесь, трусы! Эй, парни, мы попали в ловушку. Блин. Попали. Так, все ищем выход. Живо! Убийственный глаз. Два. Они столкнутся и... Волк здесь точно. Проделаешь дорогу, Амора? Я бы рада, но нет. Тут все так и кричит. Разрушить. Разнесу все в дребезги. Думаешь, мы полезем в канализацию? Я не буду снова махнуть. Я не хочу слышать ни слова от тебя. Странная у вас манера говорить спасибо. Я не испытываю благодарность. Признай, Ракета, у нас был план, а ты его провалил. План провалился, как только вытек из твоего мозга, а я его спас. Исправление собственной ошибки не считается. Ошибкой было доверить наши жизни этим жадным лапкам. Знала, что надо Грута продать. Грут не полено, которое можно выбросить. Хотя не сомневаюсь, торговля с существами тебе не в новинку. Придержи язык, не то я его отрежу. Я обкакался, дамочка, с ножом да в перестрелку. Я есть Грут. Грут всех вас дружно послал в жопу. Я есть Грут. Ладно, ладно. Все против меня, но в конце концов вы будете целовать мне лапы. Итак, я себе представлял первую встречу с леди Халба. Она неплоха, но я бы поставил на тебя, Кремыш. Не пытайся льстить мне, сюда. Тише вы все. Вперед! Перехватим у хранилища. Супер. Почему ты радуешься? Потому что идем верным путем. Еще один классический план Стражей Галактики. Надо было продать Дракса. Она же почти умоляла продать ей ночь с этим увольнем. Мой дар не продается. Питомец все еще должен нам 12 тысяч. 12? Откуда столько? Такова цена моей растущей фрустрации. Вдохните поглубже, мы на месте. Хранилище, как и обещал. И закрытая дверь. Я разберусь. Давай, Луки! Как они же выбраться? Это просто кошмар! Мы разбогатеем и подступим в армию Хелбен! Нам нужна передышка, Грот! Так, скидай! Давайте не будем тереть шкуру! Кау-какау, гаденыш! Вот именно поэтому надо было выбрать Грута! Нет, вы ее слышите? Толпы же за мной идут! Что дальше, Питер? Давай, труби! Клинок тебе в горло! А что разрушать? Я переломаю им все пасти! Эти парни настроены серьезно! Как мне не нравится, когда их грабят? Ну, огромная гора юнитов лучше повод кого-то просить! Блин, осторожно! И подкупим армию Хелбендера! Это мразь явно ждет меня! Готовься к смерти! Здоровяк, на помощь! Это наш шанс!
как битвы чемпионов на Сакаме. Где риск, там и куш. Гамора, руби! Как вам это? Все чисто. Давай, ракета. И быстрее. Знаете, нет замка, который я не смог бы взломать. Твой долг растет с каждой минутой промедления. Ой, не начинай. Нельзя торопить гейм. Все Хеллрейзеры к главному хранилищу! А может, и правда стоит поторопиться. Останови их, Фрук! Запусти! Не подпускать их к ракете! Не факт, что его не заденет! Как там дела, ракета? Хорошо, спасибо. А у тебя, как? Я пытаюсь отсюда пошли. Скажи, сколько еще? Сколько нужно? Плюс то время, которое ты у меня снимаешь. Тем же Хеллбендер и в корм. А может, он хочет, чтобы ты отдохнул и посмотрел, как работают профи? Нам конец? И за этих ребят? Это мы их уделаем в конец! Кто сказал, что нам конец? Когда нашингуем мы этих отбитых, когда расстреляем их всех деловито, это будет конец! Кто со мной? Мы с тобой! Серьезно, Питер? Не знаю, почему. Войска леди Хеллбендер все настойчивее! Она, похоже, всерьез обидела! Боль ждет тебя! Не подпускать их к ракете! Это не к ракете! Новая волна ее приспешников делает факт на стене! Их убивать нельзя. Чего бы? Прописано в контракте. Я такого не обещал. Он нас подставляет, Питер. Ха! Говорит, самая одиозная женщина галактики. Самая опасная. Да пофиг. Как насчет спасибо, ракета? За то, что чуть не угробил? Я привел всех нас в самое позорное хранилище в Большом Магеллановом облаке. Ты говорил про сокровища! Череп Геларона бесценен. То есть не стоит ничего? Стоп! Нам нужен план. Согласен. Мои руки уже слегка устали. Упрись ногами. Гамора, прикрой его. Мы с ракетой поищем что-нибудь ценное. Грунт! Ничего не сломай. Должно же быть хоть что-то в этой куче хлама. Красиво, но дешево.
Но это уже что-то. Но не близко к тому, что мы должны. Юниты, они как блоки. Если есть одна, найдутся и другие. Уже что-то. Маловато, но процесс пошел. О чем я говорил? Не такой уж и плохой план оказался. Но и не очень хороший. Класс. Кольцо убийцы. Гамора будет в полном восторге. На все это уходит слишком много времени. Я помогу искать. Нет, нет. Оставайся там, подальше от ракеты. Отлично. Хоть штраф оплатить сможем. И что, все? Она нам такое устроила. Обчистим ее до нитки. Она нам устроила? Довольно. Питер Квилл. Там стало тихо. Тихо в смысле мирно или тихо, как в могиле? Явно как в могиле. Дракс, только не говори, что ты нас запер. Я ничего не делал. Вы меня почти удивили. Зверек, несмотря на свой вид, оказался и впрямь зубастым. Полюбуйтесь моими трофеями, стражи. Больше вы ничего не увидите в своей жизни. Жаль тратить клинтрианский газ на столь ничтожных посягателей. Постарайтесь не забрызгать мой череп Гелорона. Давайте ищите выход. Срочно. Он бесценен, и его тяжело отмыть. Не дышите! Кто-нибудь еще испытывает жжение. Клинтерианский газ разрушает ткани, оставляя после себя лишь кучку костей и слизи. Так свалим, пока у нас хватает частей тела, чтобы это сделать. Эй! Тут еще юниты! Ты что, всерьез сейчас ищешь деньги? Используй визор, Квилл! Почему бы и нет? Чего нет? У тебя же есть визор! За стеной есть путь наружу! Позволь мне! Голыми руками ты ничего не сделаешь! Нужно что-то покрепче! Прав. Светильники, похоже, довольно тяжелые. Хвост. Квилл, они размораживаются. Нужно выбираться. Гамора, срежешь один из светильников. Осторожно! Вот что бесценно! Чего ты ждешь, Квилл? Пусть крепыш пробьет стену. Или сделай это сам. Дракс, брось его в стену! На всей силы! Готово! Идем, народ! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь! Я тоже надеюсь! Народ, все целы! Гамора, Дракс! Жить буду! Мой эпителиальный слой невредим.
Ракета, Грут, вы где? А, вметь. Кто-нибудь видит выход? Я вижу яркий свет. Не иди на него. Стражи галактики! Сколько еще раз мне придется вас убивать? Отвлеки ее. Какая дерзость! Украсть решили! У кого? У меня? Для протокола не все поддержали этот план. Спасибо, Квилл. Валяй, можешь сдать нас всех с потрохами. Хотите знать, что я сделала со всеми теми, кто счел, что я легкая добыча? Отпустили их? Дело плохо. Мы попали. Леди Халбендер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Твой вызов — пустой звон, разрушитель. Вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать! Это уже... Настоящий монстр! Будет по-настоящему мёртвым! Мои руки по локоть в железо! Это существо все еще живо! Работаю на железо!
точки! Жду подходящего момента! Да! Вперед! Подай, дружище! Гамора, вперед! Отлично! Она явно на нас съелась! Ждем, сейчас мы найдемся! Как будто у нас проблем недостаточно! Замечательно! Заклинаю! Вперед! Пристегните ремни!
Вот это покатушки. Нет повода ликовать, мы ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева Леди Халбан. Поживем, увидим. Что за... Ваши кости, стражи галактики.